Молодежный образовательный форум «Балтартек» начал работу в курортном городе Светлогорске Калининградской области. На него съехались молодые россияне, проживающие в других странах мира, в общей сложности более 350 человек. Это специалисты по международным отношениям и дипломатии, волонтеры, представители некоммерческих организаций. Форум проводится впервые. Его цель – формирование позитивного образа России и объединение соотечественников. Каждый день посвящен определенной теме – науке, экономике, культуре, партнерам. Съезда выступает МИД России. Мы будем проводить, скажем, в этом году конгресс соотечественников, куда прибудут делегаты из более чем 100 стран. Там, мы надеемся, будет выступать президент Российской Федерации. И решение, которое будет принимать этот форум, он будет направлен на развитие нашей культуры, на развитие русского языка, на сохранение русского языка за рубежом.